удовольствие от футбола. На мой взгляд, Асмунду! Он вернулся уже в игру. И Дзюбы, кажется, может быть, действительно игровой момент. Для кого-то, может быть, это будет. Сборная Ирана продолжает атаковать вновь из зоны левого крайнего защитника. Удар! И гол! Набрал скорость на старте, а затем немножко потерял ее. Асмун, удар! Каченков! Опять передача. И наконец-то. Емельянов выиграл ее. За счет этого тут создано честное преимущество. У зенитовцев и очень правильно. Барриос. Удар! Ой-ой-ой, какой красивый. Гол от Дзюбы, Зенит впереди. Подача, Асмунд, 2-0! Эйд Амири, унавль кура, Эйд Амири, хатира, 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 хатира. Купчилик будет Сандо Размон. Зарба. Понятно. Его никто не встречает. Подача. Асмун. Барриос. Подача. Асмун. Дзюба. Здорово. Асмун. Шанс. 5-0. Серда. Милан. Вы же там файе. Юда. Ой. Ай-ю. Чего чего. Хана Мазьян. Чего. Здорово. И Сердар Асмун идет на... на ворота и зарабатывает пенальти. И не играет в ничью. Подача. И Асмун! И сега пак Дълъг пас в предни позиции. Чудесно владяване топката от страна Сардар. Асмун! 1-0. Вроде бы рядом, а борьбу не вступает. И здесь Асмун! 3-0! Против Гильерме. 3-0! Ничейный результат. Подача. Ливанците имат и хитростта да направят достатъчно, че да накъсат играта на съперника. И в... Узяев катя штрафной момент, опасный. Дальше продължение, завершение, вынимает 2-0, Асмун. На Сердара Асмуна, который дважды проталкивает. Сейчас сместился, пропустил этот мяч. Асмун, отличная остановка мяча. И дальше, которые в Лиге Чемпионов набирали 12 очков, остановились третьими. Но дальше уже сложнее, зато здесь есть Сутормин. Подача, удар головой, 1-0. Два игрока были без перекрытия, и снова «Зенит» атакует. И удар, и еще один поворот, и это уже гол. Замена. Но, внимание, подача, удар, и «Зенит» все... 2-0, «Зенит». Ошибок, потерь, Сутормин втаскивает мяч Варелла, за ним пешком идет, и... Слышали под стаграмме? Евсеев, а пока выход Дзюбы, передача, момент... центрального. А вот Асмун не могут куда-то уходить. Асмун не стал бить. Возможности прострел Смольникова. Асмун как развернулся. Асмун фантастический гол забивает. За молодежную команду. Тут же 99-го года рождения, 19 лет. Синьковский. Ой, какая ошибка. Асмун побежал. И Чернов. Резкий, но вот сегодня в старте первый раз. Ну и, видимо, убеждает Сергея Богдановича Симака на тренировках в двухсторонках, что во втором тайме, а вернулись в игру, хотя 0-4. 0-4, я сказал. Атакция в итоге точный, но продолжается атака «Зенита». Гатюр тащит еще один удар. Ну и для того, чтобы осуществлять лучшую ротацию. А вот, пожалуйста, Сардарас. Продолжено. И вот момент у Асмуна. Удар поворотом. Гатюр Дезепов. Еще одна подача. Дзюба. И удар. Передачами на разной высоте. И вот пас, который становится штрафной. Малком! Малком! И пятый! Он требовал давления, он требовал активной работы в прессинге. А здесь еще один подарок для «Зенита». И Дзюба может...
мотивация есть. Но это передача на Сердара Азмуна, который режет угол, который обыгрывает Рыжикова и забивает. Хатира жидден хадит кура лирания ва Ибрахим Альби мжадид. Ва марра ухра ва хадаф тани. Футболистов бывших и будущих аргентинцев. Отличный гол. Сердар Азмун. Кузяев, а кто бить будет? Удар и штанга. И Азмун сравнивает счет 1-1. Дистанцию, это скорость держать, Азмун, ворота пусты, и ошибка Марии, Бесяков, и Азмун, забивание! И забил, затем Карат отыгрался, а вот сейчас третий. Ух ты, здорово, опять вот момент у Азмуна, давно не забивал, он не... Подвигаются на игроков Зенита в обороне и прессингуют их. Ох, как Азмун сдох. Дзюба катит в центр. И передача на Сердара Азмуна. Ну, это красота. Азмун. Тареми. Возможно, за Иран. Мехди Тареми. Эту... Тем, как команда вышла на бровку, вся вот эта мощная бригада собралась. Удар поворотом и гол. Players behind the ball. Goalkeeper came, decided to check back. Тоже Азмун идет за хитриком или сделал передачу на Дзюбу. Дзюбе пас! И Дзюба... Не согласился с этим мнением перед матчем. А вот так! Бина, после него я продолжу разговор о том, кто выйдет на замену. Которому больше нельзя ни в коем случае не терять. В борьбе за место в Лиге чемпионов. Мощно сыграл Дзюба, поставил корпус и передача. Дзюба выиграл 1-1 и гол! Здесь значение для него имеет, несмотря на то, что он москвич. А вот сейчас шестой! Да, шестой. Вильян ошибся об этом. Сейчас не важно. Дзюба! Вдвоем против одного. Шата перебрасывает. Вот и посмотрите, как вырывается на оперативный простор Сердар Азмун. Пас на Артема Дзюбу. Дзюба! 0-2. Дзюба. Дзюба. Сердар. Сердар открылся. Дрюси Сердар. Ой, здорово. Ой, здорово. Красавчик. Берёзкин хорошо блокирует, прокидывает Азмуну. Снова Берёзкин, удар! Да, это правда, внимание, момент у Азмуна! Сейчас последует подача. Пас. Азмун. Дзюба, удар! Гол! Нет, это не Дзюба, это... Мяч на своей половине поля. Ошибка какая, и Азмун может убежать. 1-1 практически выходит. Скидывает мяч в полузоне. Кузяев. Отскок мяча и закатывает пустые. Иран может контролировать макар и крекки с аванс.